Всем доброго дня! Я вот удивляюсь с людей, которые вот так приходят и гадят природу. Как будто это запасная у них планета для мусора. Ну, ёлки-палки. Вот если этого мусора здесь не было бы, да? А сейчас будет все зеленеть. Как было бы красиво все. Как было бы красиво. Вот отдохнул. Ну собери за собой мусор, блин. Если ты разумный человек, горделиво ходишь, горделивой походкой по этой земле, зачем разбрасывать мусор? А? Вот это коровьи какашки. Это не мусор. Если что, кто-нибудь... Это для тех, кто не понимает. Это удобрение. А вот эти пакеты, бутылки, это все мусор, который будет века здесь травить. Не века, но даже века пластмасса не гниет же, она выделяет свои токсины. Что полиэтилен, что пластмасса. Ладно, стекло, но стекло опасно чисто. Если сломается, там может корова ногу поранить или человек. Это тоже мусор, все это мусор. Зачем разбрасывать? Ну посидел ты, сделал пикник, блин. Собери свой мусор, блин. Если ты, блин, человек, блин. И унеси с собой в мусорку, где-нибудь выбрось в мусорку. Что это такое? Даже на дерево повесили, вот. На дерево повесили мусор и ушли. Такое ощущение, как будто сейчас здесь придет какой-нибудь там уборщик и заберет все это, да? И еще люди удивляются. Вот здесь посидели, вот для шашлыка сделали. Я не говорю, что именно эти. Ну вот такие приходят, сидят, посидели и мусор, вот, мусор разбросали и ушли. Так это не, это же не свалка, это природа. В следующий раз другой придет, ты сам придешь. Вдруг ты сам придешь и будешь сидеть, где разбросал свой мусор. Ну разве так можно, елки-палки, вы же люди вроде разумные, взрослые, ладно, дети. Хотя... И детей, если учить этому, вот мои дети, например, клянусь, никогда в жизни не позволят себе уже бросить. Настолько я их научил этому. Даже маленькую обертку от конфет не выбросят. Ну будьте разумны, елки-палки, уже, блин, планета одна для всех, блин, это не запасная планета какая-то для свалок, для мусора, блин. Наши дети будут отдыхать здесь. После нас их внуки, ихние потомки, наши потомки. Всем добра, благоразумия.